развивается и АИМ, и передвижение, и чувство карты, да, и там понимание, где может находиться противник, это развивается равномерно. Тебя нереально, блядь, ты чувствуешь, где я нахожусь, невероятно, блядь, чувствуешь, где я нахожусь, но при этом перестрелять ты меня не можешь. Вообще, то есть ты в стрельбе, ты нуб, но при этом ты знаешь, где кто находится всегда. И, то есть, на каких-то, как ты сказал, дефолтных моментах ты попадаешь ровно, блядь, как надо попасть. Чувак, так не бывает. Нет, так люди не учатся. Не бывает такого, что у кого-то, блядь, невероятно развито чутье карты и чутье игры. Чтобы ты понимал, вот эта чуйка, да, которую ты называешь, типа, я, блядь, дефолтный момент, туда-сюда, это все приходит гораздо позже, чем АИМ и передвижение, гораздо позже. А если ты говоришь, что ты играл на пабликах, такого быть не может вообще, в принципе, у тебя. Просто ты нуб. И играешь плохо. У тебя плохое передвижение, у тебя плохая стрельба, но невероятное чутье. Не рассказывай, ладно? Даже, блядь, с лохаком ты умудрился проебать, блядь. Даже когда я просто стоял, тебе слышны были шаги? Серьезно? Я просто стоял на точке, на какой-то, даже не на дефолтной. Ты выбегаешь из-за угла, и ты меня видишь. Ты сразу же стреляешь. Надо мне рассказывать, хорошо? В конце момент, блядь, ну, с Магнумом, я сделал один единственный шаг, по которому меня спалить было нельзя. Да ты выпрыгиваешь, ты сразу понимаешь, где я нахожусь, в какой точке я стою. Должна быть скорость реакции у человека, чтобы, ну, увидеть и выстрелить. Есть между этим промежуток небольшой. А ты выпрыгиваешь, и ты сразу стреляешь. Ты даже не целишься, ты просто понимаешь, где я. Ты через стеночку на меня навелся, выпрыгнул и сразу же выстрелил. Так не бывает. Дефолтные моменты есть, но даже на дефолтных точках, блядь, люди стоят там, ну, в радиусе, там, 2 метров, например, от точки. Особенно на био. А ты выпрыгиваешь, не целясь, у тебя нету времени между тем, чтобы увидеть, и тем, чтобы выстрелить. У тебя нету скорости реакции, ты моментально выстреливаешь, ты видишь меня через стенку. Не рассказывай мне, пожалуйста, ладно? Да, но у них есть расстояние. Эти расстояния есть. А ты не чекаешь, ты выпрыгиваешь и сразу же стреляешь. У тебя нету времени задержки между увидеть и выстрелить. Ты не за угла ничего не чекал, ты в прыжке, блядь. Ты выходишь из портала, в прыжке ты в меня попадаешь, блядь. Ты на скорости выходишь. Я тоже все эти зоны чекаю, когда я стою на дефолте. Ты что думаешь, что один так умный? А ты выходишь и сразу же стреляешь, сразу. У тебя нет скорости реакции. Точнее, это скорость реакции, знаешь, ну типа какого-нибудь кваза, например, да, или Аки, или Афера, или Ня. Вот такая у тебя скорость реакции. Но при этом во всем остальном ты лох, блядь, полнейший. Просто, блядь, такого не бывает. Это и называется вот этот дисбаланс, да? В развитии, блядь, игрока. Когда ты, блядь, все знаешь, все понимаешь, но стрелять ты при этом не умеешь. Нет, все развивается равномерно. А у тебя неравномерная чуйка, но при этом очень хуевая стрельба. Так не бывает. Поэтому не надо мне рассказывать. Да, равномерно, а не так, как у тебя. Когда у тебя, блядь, у Сворда, Сворд вообще нихера играть не умеет. У него единственный навык — это АИМ, блядь. Все. Все. Больше у Сворда нет ничего, блядь. Он вообще играть не умеет. Не надо его в пример приводить. И у него уж тем более такой чуйки, как у тебя, нет. У Сворда только АИМ, с Магнумом, все. И то, если он, блядь, 3 раза не попадает, начинает теряться и тупить, блядь. А ты не попадаешь нихера, передвигаешься хуёво, не понимаешь, что ты делаешь. Кстати, всякий раз, когда я пытаюсь тебя, знаешь, где-то как-то обойти на распрыжке в присеве, когда меня не слышно, удивительным образом ты как-то не попадаешься, блядь, на этих хуй. Хотя до этого ты стоял, блядь, например, у телепорта, у тебя одна и та же манера перемещения была. И когда я немножечко отступил от своей игры, от обычной, и пошел тебя чекать, блядь, ты такой хуякс и ушел оттуда, блядь, совпадение. Чувак, короче, я не буду с тобой дискутировать, я видел твои демки на паблике. Я свои выводы сделал, ну, уже давно, ну, как давно, месяца 2-3 назад мы с тобой играли. Я сделал свои выводы относительно твоей игры. Сейчас мои выводы подтвердились. Поэтому, если ты будешь играть на этом паблике, я буду смотреть твои демки, если я там что-то увижу, я тебя забаню, я не буду с тобой дискутировать. Админы SSH-серверов — это их дело, здесь админ я. Если я что-то увижу, ты будешь забанен, все очень просто. Могу забанить тебя за игру на SSH-сервере здесь, да, но это странно было бы. Но если ты здесь что-то сделаешь, тебе пизда, ну все.
Я уверен на 100%, что я не буду тебе ничего рассказывать, я с тобой вообще общаться не намерен, потому что ты читер. И это видно. Я тебе объяснил, я с тобой общаться не буду. Давай, не надо пиздеть, слышь, про то, что я во всех читы вижу. Я вчера играл, блядь, 3 на 3 с какими-то, блядь, тоже рандомами, которые играли гораздо лучше, чем ты, в плане и стрельбы, и перемещения, и чутья карты, и, ну, такой чуйки не было, блядь. Вот и все. Да, я просил демку у Сворда, демку, блядь, но я же не сказал, что он с читами играет, я демку просил, чтобы посмотреть, как человек стреляет. Я же не сказал, что он с читами, правильно? А тебе я говорю открыто и прямо, и при всех других людях я это... Повторю еще раз, ты играешь с лохаком. Это видно, и, ну, прям, ты причем тупо паришься, знаешь, ну, в тупых моментах. То есть тебя выдергиваешь даже на дефолт, зная, что ты сейчас палишься, и ты идешь, и ты палишься, блядь. Ну, чувак, я знаю, как поить лохакеров. Не надо мне рассказывать, что ты честный, блядь, искренний, и что ты, блядь, играешь честно. Я тебе говорю, если бы не та ситуация на паблике, может быть, я пропустил сейчас мимо ушей твою игру. Но тогда я видел. При игре, блядь, там 5 на 5, по-моему, было народу. То есть ты слышать меня вообще никак не мог, потому что шум, гам, треск, там, блядь, взрывы, вся хуйня. Ты четко знаешь, где я, кидаю шарик ровно туда, где я нахожусь. Да потому что это был твой аккаунт, твой Steam ID, блядь, я смотрел это в статистике. Что значит, это твой ник, твой Steam ID, это не ты был? Или ты свои аккаунты кому-то даешь? По стрельбе это был явно не я, а кто-то другой. Ну, потому что я хорошо стреляет. Это был ты. Ну, четко совершенно ты играл. Ты играл с лохаком на паблике, и ты играл с лохаком сейчас со мной дуэль. И выиграть, блядь, не смог, потому что нуб ебаный, вот и все. Ебаный нуб с лохаком, блядь. Камон, у тебя лохак. Может быть, ты его не всегда включаешь, может быть, стараешься не палиться, но он у тебя есть, это видно.